почти минуту снял видео. 23 километра вот тут. От Броварев, тут недалеко получается, да? Тут пробочка, да, тушка? Ой, все, этот. А что, сновочка? Вначале, пока тут место есть. Ого. Это такие надо сделать. Заезжать, так бы на наоборот. Так, я тут спустилую. Вот так. Приехали в Киев. Вот новая RAV4. Такая классная машинка. И мы вдвоем сзади с Денисом сидим. Место полно. Смотрите, сколько расстояния. Над головой. Так, над головой смотрите. Место. Пространство, видите? А так впереди. Передние места такие. Миша это смотрит. Она, я пересяду наперед. Девушка какая-то. Итак, дверь открывается. Стеклоподъемник есть, электро. Закрыл. Уже мониторчик побольше, да, чем было раньше. Ультра HD. Такое зеркало. Над зеркалом. Ну, это освещение. Такая лампочка яркая, светлая. По две включается. Это тусклая, правая. Тут для очков футлярчик. Как в Toyota Corolla тоже. Зеркальце. Лампочка светится. Пассажирка тоже. По-моему, покрупнее, да? А, такое же зеркало. Ну, тут приборы. Климат-контроль. А бардачок? Маленький, да? Не, такой же, как в Toyota Corolla 2009 года. Так, что у нас тут? Я тут кнопочку вот нажимаете. Вот такое тут пространство.
мягенькое. Это, наверное, искусственная кожа, да? Не натуральная. Ну, задние места вот. Можно взять, посмотреть. Мануал. Краткий. На RAV4. Такая машинка. Здесь тоже на корову. Это две штуки уже? Ага. RAV4 и корова кросс. Мордочки вроде похожи, но не совсем. Другие ручки. Тоже по-своему красивая машина. Запах такой. А чего не потолок? Потолок темно-серый. Тоже зеркальце есть. Свет не горит. Отключенный, наверное, аккумулятор. Футляра для очков тут нет. Отключаем. Стану тут так. Для пассажира тоже. Зеркальце. Мультимедийный руль. Подогрев руля. Да. Все равно жестковатый. Хотя вроде бы как обшитый. Мы закрываем. Угу. Вот так тут. Похоже на RAV4. И подлокотник высокий тоже такой же, только тут немного утоплено. Приборка вот эта, как она называется? Где внизу идет шахта. Тоже автомат. Наверное, климат-контроль. Ручечки маленькие, как их называется, правильно. А ну бардачок, что тут. Ну такой же почти, только неудобно, что под ноги прямо. В принципе, нормально. Вот так. Ну тут раз, не кнопка, а такой рычажочек. Качелька. Ну, тут емкость чуть меньше. Прикуриватель. Еще что-то там заглушка.
все тут он. Так, а ну сзади посмотрим. А тут тоже ручные, но электрические стеклоподъемники. Тут вроде места, конечно, меньше, чем RAV4. Я не высокий, вот колени упираются. Башня тут. Башник большой, хороший. Так, что тут у нас? Тоже напрямление воздуха. Ну, тут что-то есть тоже. Нельзя добраться. А, там USB входы. Освещение плохое. Так вот, переднее сиденье. Тут тоже сзади фонарик для пассажиров. Потолочек неровный, таким ямочками над головой. Ну, вот так смотрится подстаканник. Тоже неплохо, но мне RAV4 больше нравится. Вот так я сижу. На долой тоже много пространства. Ну, где колени, видите, есть пространство. Вот так, расслабившись. Меньше пространства, чем RAV4. Тоже так же, только слева, а тут справа вышла труба, торчит. А король, кросс, гибрид. Ярис, красавица. Такой багажничек. Пусто. И сюда можно, и сюда. А, то, наверное, там под низу, наверное, есть. И плюс. А, запаска. Два слоя. На уровне почти. Вот так. Закрывай. Надо вручную закрывать. Уже закрылось? Ты что, захлопнулся? Туда найти. Вот такой он внутри.
мониторчик чуть поменьше. Бардачок маленький, но вместительный, в принципе. Что, ты сигнализация? Нет, его Флавий включил. Денис уже сел за руль. Ну, видите, сиденье чуть попроще, чем... Это что у нас тут? Тоже зеркальце есть, без подсветки. И с водительской. Такая, такой подлокотничек тут. Там почти ничего нет. Качелечка, тут кнопочка. Ну, тоже автомат. Коробка передач. Так. И сзади. Ярис. Вот так. А ну, сейчас сядем, попробуем. Вот Денис садится, он небольшого роста. Закрывай двери. Но место нормально. И над головой тоже хорошо. Пространство. Сейчас закрою, посмотрю, как у меня. Конечно, не так, как у RAV4, но... Тоже неплохо. Смотрите, место. Как короля тоже. Тут мне даже кажется, что тут и больше места, чем короле кросс. Дайте. А тут багажничек такой маленький. Сзади. Ну, так в основном все. Визуально внешне. Тоже электростеклоподъемник в дверях сзади. Вот защита сзади. В арках задних колес. Пластмасса вот это. Не знаю, как правильно. Подножка, наверное, называется. Красавец. Вот такая мордочка. Партроники передние. Такая же ручка. Пока открою. О, блин, уже как RAV4, да? Ручка. Интересно. Денис, а багажничек открой. А ну, присядем. Тут вроде меньше места. В Ярис даже больше. Сзади. Тут
Тоже маленький багажничек. Так. Вешалочка тут есть. Вот ручек нету, видите? Держаться. А у водителя есть. И такие подлокотники под стаканники. Вот так сидим с закрытыми дверьми. Так тут, конечно, так не очень приятно. Вроде в темной комнате. Как в яме сидишь. USB выход и Type-C новый выход Type-C. Вот такой есть золотистый, в нашем городе люди продают такой, был, но в новом состоянии. Yaris Cross Camry гибрид. Сейчас мы глянем цену на RAV4 уже, которые проданы. Это уже 23-го года. У нас сейчас 24-й. Вот, видите, цена 1 396 000. Сейчас посмотрим. Вот это более напичкано все. Нафаршировано. Toyota RAV4. Видите, цена 1 900 000, почти 2 000 000. А та другая цена совсем. Ну тут уже и фаркоп есть, комплектовано хорошо. Там гибрид. Тут вот такая по-своему попроще. Такие, как у нас, да? Да, а то, что получается 20. Про один диск? Да, 10. Там есть. Вот такой металлический обычный диск, 3 010 000. Но за эти я молчу, тут вообще 10 000. 12 000, еще больше. А тут что у нас? Тысяч 8 13. Такие вот. Кому интересно. Сервисный центр Toyota. CCR. А это БУ. Бывшее употребление. Toyota Corolla, Renault Nissan, Lexus, CCR Toyota и другие. Мы сняли на фирме Toyota в сервисном центре машины, попали в аварию, какао чуть не выпало с рук. Надо работать, как бы показать, прорекламировать нашу фирму Toyota.
сюда зря поехали, чтобы люди посмотрели, какие новые машины у нас есть в наличии в Украине на фирме в сервисном центре Toyota. Харьковские машины.